Весной, по словам местных жителей, в этой части Орска всегда потоп. Но сейчас ситуацию усугубила коммунальная авария. По предварительным данным, недалеко от гаражей прорвало трубу холодного водоснабжения. Несколько многоэтажек, полдня без воды. А этому человеку повод для развлечения. Хотим продемонстрировать вам один из способов для пешеходов, как перемещаться по нашей Орской Венеции, так сказать. Как вы уже можете наблюдать, у нас на улице Вяземской небольшой коммунальный коллапс. Вот, и мы решили немножко поразвлечься и поднять тем самым настроение окружающих. Так что не унываем и надеемся, что весна все-таки в наш город придет. Практически вплавь водную преграду преодолевают автомобили, а пешеходам ходить и вовсе не рекомендуется. Коммунальные службы тем временем пытаются устранить протечку и ее последствия. Жители Орска считают, что лодка, весла и хорошая физическая подготовка не помешает и тем, кто захочет попасть в район 24-й школы. Улица Рабоче-Крестьянская в эти дни больше напоминает водоем.